Увезу тебя я в тундру, увезу к себе. Снега. Ну все. Все, одевайся. Поделенеет, да? Слушай, вот маленький. А, ну маленький нам не подойдет. Все. Я бы до пятерки дойдем, зайдем. Мне кажется, в сетевом все разобрали, тут ничего нет. Пойдемте в наш зайдем, если не будет, потому что изюм, Катюнь, изюм просил только Андрей, правда? Угу. Что-то я вообще сегодня ничего не записывал, и завтра влога, конечно же, не будет. Этот, наверное, выйдет в воскресенье, а может быть в понедельник, пока не знаю. Ходили сейчас в магазин, хотели для Пасхи купить все, но в магазинах все разобрали. Изюма нет, присыпки нет. А как она? Присыпка называется. А, посыпка. Присыпка. Ну ладно, не суть. Катя сидит и угорает. Поэтому поедем домой в Медведково и там все заберем. Заодно бритву возьму к маме. И скажи, пожалуйста, нашим зрителям, что мы едем туда не просто потому, что мы так сильно хотим изюму и посыпку. Просто мы сейчас едем кататься, мы хотим прокатиться, поболтать. И заодно заедем домой за посыпкой. Не, а мне в любом случае надо бритву взять, потому что я уже заросший. Мне надо пипки взять для того, чтобы на камеру их наклеить. Вы говорите, иногда звук дурацкий, потому что срабатывает автоматическая система, и она глушит, когда вот ветер вот так вот прям в тыл начинает бить, и такой глухой получается. Поэтому вот этими пипками от ветра я спасу всю ситуацию. И что-то еще надо взять. А, мне надо еще маек и штанов взять. Как тебе мамина шапочка? Класс? Класс. Я в ней пойду. Давай. И, конечно же, мы еще вот тут я вам просто покажу. Просто смотрите. Немножко продуктиков возьмем. Это иммунельки. Иммунельки. Антимельки. Сушки. Карманы. И что там у тебя еще? И индейка. Только не вот урони она открыта. Не-не. Она что, все равно прилипшая. Вот, поэтому есть какие-то делишки. Ну и, как говорила Катя, заодно поболтаем. Андрюшка. Че? Это не на камеру. Отставить бритву, все остальное в силе, она здесь была. У меня их три штуки, одна в Медведково, вторая у мамы, а третья в Сочи. Все одинаковые модельки. Ну что, как тебе? Вкусно, мне очень нравится, я сейчас с тобой буду присоединяюсь. С баранками. Супер. У нас водичка есть, да, в машине? Кстати, не факт. Есть. Мы на Вольве едем. Мы на Вольве едем. На Вольве есть. Катя такая переживает, говорит, а Вольва рядом. Я говорю, лучшее место. Из подъезда выходишь и все. Ага, тут. Блин, камера единственная. Вечером снимает. Очень плохо. Вообще ни хрена не видно. Кто-то сейчас сказал получше. Про обращение наше друг к другу, козел. Так не только я тебя называю, но и ты меня. Да, это приколюха такая. Ой, если куртку прищемил. Это да? Не тот, типа, козел, ты там такой-сякой. Нет, это козел в другом плане. Типа, это дружеские такие наши приколы. Что-то все-таки забыли? Да. Бляха-муха, а? Это грязная работа на мне, да, естественно? Да, выкидывай ты. Моешь ты? Да. Господи, а? Там выкидывать вот так просто в унитаз. Не, я даже открывать не буду. Мы на 1-2 дня, блин, настолько долго. Я вообще забыл про это. Что у нас тут есть похавать? Что с собой возьмем? Сок в стакане гранишный налит. Ага, кто но тоже налить? Слить его. Но ему ничего не будет. Может быть, варенье взять? Знаешь, сколько у нас молока? Вот это, да, сейчас выкинем, она почти закончилась. Вот 2 целых. И вот 2 тебе. 4 штуки. Но ему ничего не будет, это такое. Поставим, да? Яйца взять. Сметана уже все, наверное, да? 29-4. Нет, еще не все. Давай с собой возьмем. Давай. Вот апельсинки давай возьмем, будем делать там. Да? О, я могу взять грибочки и там сделать. А они не все еще? А надо почитать в интернете, сколько грибочек хранятся. Там какая-то. Ну, они какие-то черненькие уже. Нет, тут жидкость какая-то. Может, выкинем? Да. Надо только обязательно взять, не забыть потом с собой. Сколько морковка? Морковка долго. Ей точно ничего не будет. Так, ладно, я пойду в комнату. Что мы с собой возьмем? Возьмем с собой камеру. Возьмем с собой еще объектив. Где-то у меня лежит. Сейчас буду искать. А, ну вот он. Здоровенный. Ну, смотрите, какие у меня тут закрома. Еще 10-18 лежит. Еще Canon G7X. Первый раритет.
Вот угадайте, в каком году он вышел. Ну, только не подсмотрите в интернете. Вообще, старый-старый. И хотел я еще... Ой, у меня сколько тут всего барахла. Вот экшн-камера, на которой я сейчас не снимаю. Вот эту штуку хотел взять, попробовать. Посмотрим, что у нас по звуку получится. И хотел я, знаете, что взять... Ну, не помню, где это лежит. Вроде бы все. Я поставил себе пипки, сейчас покажу. Вот такие от ветра. Теперь они должны немножечко получше работать. А где-то в путешествии, конечно, я нацеплю вот эту бандурину, которая еще лучше работает, потому что по городу с такой ходить, это извините меня. Так, ну мы почти собрались. У нас тут прям экстренный сбор. Посмотри на камеру мою. Катюш. Я вижу. Это много всего получается. Продукты, один рюкзак, второй рюкзак, третий рюкзак, две сумки. Поехали к маме взять чуть-чуть вещей. Ну, пипец. Кате там так понравилось, что она говорит, давай там пока потусуемся. Потому что ты постоянно занят, а мама со мной время проводит. Это я все занят с видосами вашими, заморачиваюсь с монтажом и прочими. Ой, чуть камера не уронила. Все, поэтому видосов будет меньше, Кате внимания больше. Тут или-или. Ну, смотрите, я снимаю, да, сажусь вечером за комп, все это монтирую. Соответственно, Катя не получает внимания, и все. Вот так вот это и происходит. Катя расстроена. Кейт расстроена. Все, вырубаем. Может, я тогда и окошко открою здесь? Да, конечно. Я беру с собой таблеточки. Ой, она уж прям тут застыла. Чего? Я беру с собой таблеточки. Там есть таблеточки? Да. Что, голова болит? Нет, это не от головы, это от аллергии, на всякий случай. А, бери. Ну, как это все нести? Кверху капель. Как бомжарик одета. Блин, у меня на лице бомжарик какой-то, нужно... Все пройдет через пару дней, не боись. Я еще полностью без макияжа. Мне нужно ресницы сделать, коррекцию, и вылечить вот это все. Я не знаю, может, я что-то есть ничего такого, что на лице все высыпало. Сладкое. Семечки. Семечки я постоянно ела, и прыщей не было. Сладкого я не ела. Ну, вспоминай, что могло такого есть. Это на тебя аллергия. Да с хера. Прыщи от человека не идут. На нервы, почве. А я что, тебе нервы трачу? Потихоньку, по крупице. Рассказывай. Сейчас опять будут писать, что я тиран. Да нет, он не тиран, он очень хороший. И знаешь, ты за кадром такой. Попробуй плохое сказать. Не-не-не. Я такой с табличкой просто что говорить там. Знаешь, как за кадром аплодисменты. Я также говорю вот это. Андрей очень хороший парень. Он меня никак... Поверни, не вижу. Да, так, никогда не обижай. Мол, Андрей готов нести все. Я Кате говорю, мусор только сама бери. Иначе я сейчас, если еще наклонюсь, я рухну. Вот эта штучка и вот эта. Тяжело? Да нет, норм. Да я серый рюкзак сама хотела взять, ты мне не дал. Давай, если хочешь, еще возьму. Нет, спасибо. Тебе главное все открывать мне. Ты взяла? Ключи? Ага. Да, вот. Все, молодец, сейчас будешь закрывать. Кроссворды не взять, какие кроссворды? Наверное, ничего не видно, но шарики все так же висят на дереве. Правда, уже скрючились, там съежились. Но все еще висят. Что снимаем? Все, мы поехали. Все, положили в машину. Да я за тебя влог веду. Правильно, веди. А монтировать ты будешь? Ну, чтобы не говорил, что на тебя время не тратишь. Тогда я на тебя тратить время не буду. Кто монтирует, тот и как бы это. Да? Тогда не ной, если я монтирую. Это все еще допереть сейчас надо будет. А время уже, извини, 12 час. Все занято. Может быть, мы возьмем один пакет, ну или там пару рюкзаков, да, остальное завтра.
Можно как-то контактировать со мной? Я подумаю. Или мне табличку придумать? Да, я просто не вижу указаний, что говорить, я боюсь. А, понятно. Ну, тиран есть тиран. Уже так отвык, конечно, от летней резины. Едешь тихо, ничего не шелестит. Вообще супер. Все, мы дома. Я вам самое главное не рассказал, то, что завтра Катя будет делать Пасху. Уже замесили тесто, все, оно даже там поднимается. Давай, Мат, смотреть, что мы тут набрали. Формочки разные, я подвину немножко, вижу. Ага. И, естественно, посыпь. Вот такие. У-у-у. Забрала яйца, они еще хорошей годности, там три штуки. У нас сейчас, подожди, красивые. Посыпка вообще огонь. Mm-hmm. Вот сейчас всего вот этого нет в магазинах. Да. Все раскупили. Даже изюма нет. Изюма вообще. Орешки взяла, будет такие? Ма, еще в Чечне купил. Это бразильский. У нас там орехов полно. Самый дорогой орех. А у нас перекусы теперь будут вместо вафеля. А давайте в это орешки сложим, как-то перемешаем их все в одну какую-нибудь посудину. Кстати, норма идея. И изюм, который останется от Пасхи, тоже можно туда замешать. Я его очень люблю. Смешать, поставить на стол, каждый подошел, погрызть. Так, это мои стики, но это неинтересно. Это у нас формочки, которые мы из Сочи забрали. Ма, зацени, классные. Будем мороженое пробовать делать. Будем мороженое пробовать? Да. Да. Это делается вот так и вот так. Класс. А, ну, главное содержание, внутрь что-то надо. Ну, мы будем это... Мне очень нравится, знаешь, что идея? Из мороженого, из сливок, ягод. Ягода. И заморозите. Да, и туда, и в морозилку. Все будет полноценное мороженое. Тогда молоко надо без жира. Эти для кофе. Андрей же кофе пьет. Ну, как-то он никогда не просит. Взяла картошку молодую, смотрите. Ну, давай, да. Да, классненько, у тебя. А куда ее только девать? Так, ну давайте дальше смотреть. Изюмчик без косточки. Это мы в магазине две морковки купили. А и это на срочную морозилку? Да. Потому что да, это все для коктейля. И есть там место. Там надо ставить горох какой-то у меня это выбросить. О, Катюш, у нас же еще тут это, кревитосы. Я кревитосы делала, вот, видала? Ну да. Тут прям много. Богатство. Богатство. Да. Они такие дорогущие. Так, это у нас что? А, это каталонская смесь. Это не сильно интересно. Горошек. Да, ты его оденешь. Слушай, какой-то бездонный пакет. Еще сливки. Это в глобусе брали. Вот эту штуку я забрал. Помнишь? Ну, да. Вкусненькую. Ты же ешь на завтрак. Хлеб и... у нас. Катюша напечет хлеба. Да. Мандаринки-то у нас закончились. Все тут? Ну все. Вот это все разбирайте, будем есть. Исть. Прямо сейчас начинать? Можно прямо сейчас начинать. Доброе утро, друзья. Ну сегодня погодка получше. Даже какой-то намек на солнышко. Что мы делаем? Завтракаем. Катя приготовила вот такую вкусняху. Тут мороженое, сливки, куча черники. Малина, клубника, банан. Просто заряд витаминов. И сейчас еще поставят Пасху. Вот она на готове. Сколько тут? Три штучки? Четыре. Маленьких три. Три маленьких, один большой. И завтра пойдем тогда светить, да, я так понимаю? Наверное. Давайте посмотрим результат, что у нас тут вышло. Смотрите, какая красота. Ну, как в магазине, честно. Леди прикольные. А, они такие тепленькие. Сними только поближе. А я поближе снял. Имею в виду... Поверни. Прям присыпочку? Ну давай, вот. Ты только не качай. Очень, очень красиво. Молодечек, огурец. Вот мы когда с Катей познакомились, она говорила, хочет себе мопед. Я думаю, вот это нормальный вариант. 60 км в час. Тебе вообще за глаза. 15 лет был больше, чем этот. Зато ставить, смотри, удобно. Вообще, куда хочешь, примкнется. А куда мы сейчас поедем? Катюш, иди сюда. На рынок за джинсами. Вот уж не подумал бы, что в ближайшее время мы вместо ТЦ предпочем рынок. Познакомься.
со сельской девчонкой, чё? Сейчас. Едем на рынок. Ага, просто Inditex весь закрыт. Inditex — это Zara и вот эта вся шайка-лейка магазинов. И куда мы еще заходили? Мы выходили по ТЦ, зашли в разные магазины. Еще куда-то, ничего не было. Сколько мы не посмотрели. А нам надо черные, еще чтобы Катя по фигуре они хорошо смотрелись. Потому что она худенькая у меня еще. Будем на рынке искать. На картонке сейчас все примерять. Ну прям слет. Смотри их сколько. Едут, едут, да, вообще. Единым потоком. Может, это они просто велосезон открыли? Что-то их прям много. Ну все, Катюш, ты загородила вывеску. Сейчас будем теперь вот так закупаться. Ну что, мне мама всегда тут закупалась. Ну и как? Нормально. Ну и куда мы идем на рынок, правильно? На Савеловский. Обожаю этот рынок. Сколько я там купил всяких объективов, камер переменял. Ну, одежду, правда, никогда не покупал. Хали-гали. Пара трупер, нас с тобою. Вот этот манекен лучший. Паренек этот нравится? Да, я таких не видел. Такой упоротый. Ну и в первую очередь перед покупками, конечно, надо поесть. Зашли в теремок, накупили блинов, супов на 2215 рублей. Мама, здорово. Катя. Здорово. Ну, достаточно быстро нам все приготовили. Кстати, решил попробовать борщ с уткой. Угу. Новое блюдо. Мамка себе вот окросточку. Катя, это семга. И три блина с икрой. Все. Приятного аппетита, девчонки. Спасибо. У тебя только... Показывал, да и все знают, в принципе. Это у нас горчичка. Ты тогда сама себе там, сколько да. тебе надо. Да, только предварительно лучше попробуй, вдруг она очень острая. Ну, тебе будет да. Слушай, ну тут целый рай. Смотри. Сколько хочешь. Только я единственное черных не вижу. Ну это ж не джинсы. Слушайте, ребят, ну рынок это, конечно, очень смешно. Вот давайте по порядку. Начал я примерять рубашку. У нее не оказалось пуговиц вот здесь, на манжетах. Спрашиваю, а так и должно быть? Ну да, так и должно быть, она все равно подворачивается. В итоге дает мне другую рубашку, а там есть пуговица. Ну, дальше больше. Катя пошла в другой магазин, где джинсы примеряла. Че? Я хочу тебе все рассказать. Ну? С чего начать? Я же что хотела рассказать? Да про джинсы, как она тебя ущипнула три раза. А, да, джинсы я мерила, меня ущипнули. Короче, у меня прям, покажи на меня. Вот здесь, в этой области, были складки очень сильные. То есть джинсы, мне видно, что велики. Она опускает вниз джинсы, и у меня складки появляются внизу, на икре. И когда меня опускала на эти джинсы, она очень сильно меня ущипнула. И причем она сама сказала, ай, типа ей больно. А я стою, молчу, мне больно, пипец, несколько раз мне прям нормально ущипнула. Катя говорит, не нравится, она все убеждает. Все прекрасно, они хорошие, говорю, мне не нравится. Девушка, ну хорошие, хорошо сидят, говорю, мне не нравится. В общем, я закрыла уже дверку и начала переодеваться. Потом, что я хотела сказать? А, про ногти еще. А, нет, не про ногти, про джинсы еще не договорила. Зашли в другой магазинчик. Я захожу и сразу, чтобы не искать, говорю девушке, мне нужны в обтяжку черные, именно джинсы, не леггинсы, джинсы. Материал джинсы такой. И она мне говорит, у нас нету черных в обтяжку, но есть бежевые бананки. Да, именно то, что я искала. И еще у нас есть спортивные какие-то, начала показывать. Садись, сейчас еще про ногти расскажешь. Как она зашла в магазин, ей надо было какое-то средство. Ну, сейчас вот сядет, расскажет. Это про то, ногти что... это вообще... Да. Давай, убирай пока. А это давай я потом покажу. Не, ну общем, сначала ногти... расскажи, да. Ну что, я в этом практически не разбираюсь. Вот. И я хотела проконсультироваться, чтобы мне объяснили, что да как, какие формы для наращивания нужны, какие там пилочки. Вот. И я выбирала еще гель-лак.
точнее, не гель-лак, а для наращивания, в общем, лак. Вот. И там очень много разных баночек. Я говорю, посоветуйте, какая будет получше, покрепче держаться на моих ногтях. И она показывает мне на все, говорит, ну, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. В общем, вот эти тоже подойдут. Я говорю, вы показали все. Я говорю, какой лучше, какая фирма лучше. Вот. И она показывает на все, кроме одной. Я говорю, окей. Какая из этих тогда лучше? Я думала, она по одной будет убирать, как бы, ну, просто наугад. В общем, девушка вообще в этом не разбирается, поэтому консультироваться нет смысла. А еще тебе банку продали, которая протекла. Банку, да, я ее открываю. А там есть уже вышли защитная... из магазина, да, причем. Уже вышли. Есть защитный такой слой, который как бы не вскрывается, да? А он почему-то вскрыт был, и все вокруг протекло. Я это показываю, он такой, ну это ничего, это, ну, сейчас посмотрим. Дает мне другую, так как бы, ну, то же самое, но ситуация чуть получше, не столько много вытекло, но все равно липкая, чувствуется, что вскрыто. Короче, странно. Нет, это не мы капризные, ребята, это действительно, ну, немножко отвлекаешь от такого. Ну и, конечно же, неприятный осадок остался. Все как-то так себе. Две морковки для тортика взяла вот такую штучку. Блин, если нас смотрят кондитеры, то они с меня, скорее всего, засрут. Потому что я в этом не разбираюсь, но взяла какую-то блестящую штуку. Фокус есть? Вроде есть. Короче, вот такая вот блестящая золотая штука, как я поняла, я в интернете смотрела. Это нужно разбавлять со спиртом и кисточкой потом наносить на шоколад или на какие-то еще изделия, в общем, неважно. И оно будет золотое прям блестеть. И потом спирт выветривается, оно становится сухое, покрытое вот такой вот штучкой. Попробую. Не знаю, получится или нет. А еще мы взяли, мы тебе не показывали. Формочки для печенья, сердечко и морковка. Это я печенье буду делать. А еще мы взяли, держи. Это для шоколада. Здесь, короче, розочки. А здесь не будет видно, скорее всего. Тут просто наклейка. Здесь птички. Да, видно. Да, видно, видно. А тут листочки. Да. Она такая силиконовая, такая гибкая. Ну, а потом, если что, помоешь. Да. Ничего же? Ничего. Блин, я не могу. Я не могу. Еще у тебя что-то было там, да, какой-то ножик, да? Да. Объяснишь, я тебе уже объясню. Ну, я так понял, тут лезвие очень тонкое, не знаю, видно его или нет, что вот так коржи нарезать ровненько. А что в прошлый раз у нас тортик немножко кривой был. Потому что я ножом пыталась разрезать, а нож короче, чем сам торт, и кривенько получилось. Ну, держи. А эта штука специально здесь регулируется, вот эта штука, она наверх поднимается, струна эта. Вот. Вот такой улов. Ну, две морковки, это сетевой магазин, который находится на рынке, поэтому ну, там тут все окей. В общем, ничего мы не купили в плане одежды. Кстати, по поводу одежды, там и цены адовые на самом деле. Реально, это очень дорого для таких джинс, которых, блин, все криво пошито. Реально видно, то, что они такие кривые, все какие-то косые, а цена обычная. 5 кэсов. Рубашку, которую я померил без пуговиц на манжетах, 3 кэса стоило. Это не дешево, вообще не дешево для таких магазинов. Я в Заре покупал рубашку джинсовую за 3500 рублей. Хоть я и не люблю Зару, но все равно. А тут на рынке. Причем там, ну, качество, ну, вы поняли, раз нет пуговиц, какое там качество. Я сказал, что качество хорошее, все из Турции. Приехали в Европолис, сразу забежали в Леонардо, и у Кати тут новый рай. Форма для выпечки и вот это все. Буквально неделю назад я даже не знал, что у Кати будет столько энтузиазма для того, чтобы выпекать, тортики делать и вот это все. Вот эту штуку мы брали, она стоила намного дешевле, чем здесь. Мы там за 300 рублей взяли, а тут 700. Слушай, а ну она здесь, видишь, такая металлическая, более что. Есть, видишь, пронумерована, там нет. Тут крепление есть. И смотри, вот она, лопатка, про нее я говорил. То, что это. Из формы доставать корж. Ну ладно, в общем, девчонки будут развлекаться, а я, не знаю, пойду модельки, что ли, посмотрю. Я вас здесь оставляю. Тут, кстати, много продается домиков вот таких, как у мамы. Сейчас посмотрю, может быть, что-нибудь возьмем. Тут классный. 6000 стоит. Жалко, тут немножко вот эта штука мешает. Тоже бассейн, пианинка, два этажа. Прикольно. А что это? Посыпки кондитерские. Сахарная глазурь сразу. Я сама делаю.
сейчас. Ну, бери, если тебе надо. Какая тебе нравится? Ну, розовенькая, наверное. Ты меня веселишь. Будешь брать? Сейчас я вам поближе покажу. Ну? Ну, здесь какие-то смешные. Я купила металлические насадки, они же сюда не подойдут. Вряд ли. Но я могу попробовать это взять. Ну, да. Кому-то с пакета удобнее, чем шкурица. Тебе надо попробовать. Не так, чтобы решить. Я так не знаю. Кать! 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 Заберите дядю, я уже устал. Пойдем. На, вот покажи мне, что я тут делаю. Пойдем, дядя. Я не могу сейчас в одну магазин находиться. Не скучно. Ты что, приблизил? Ничего не приблизил. А где палка-снималка? В машине осталось. Как круто, как неудобно, не берешь с собой. Пойдем, дядя. Пойдемте уже в другой магазин. Ну все, уходим, дядя. Все? Пойдем, да, все. Честно? Честно. Мы уходим? Ну, наклейки сколько красивых. Уходим? Ну давайте уже, либо мы застрянем навсегда. Нас только с Катей запусти куда-нибудь. Да. Да уж хотелось бы. Что, запустить нас куда-нибудь? Нет, нет, выйти. Но мы с тобой, Катя, вот ту еще территорию не освоили, вот с той стороны. Да. Там посуда. Цветочки. Нам все нравится. Смотрите, какие красивые. Да, только тут даже посимпатичнее. Да? Вот это прикольно. Слушай, да? Снимаешь штраф? Пойдем. Новогодние всякие есть. Класс. Да. Ой, я не могу, я низко. Мы с тобой сейчас не сможем здесь ничего полазить, потому что наш мужчина уже, по-моему, там это весь. Какие тарелочки красивые, да? Да я, блин, не могу уже, я не могу по часу ходить. Пакетик ходить. Бери и складывай, хотя бы помоги нам. Да, пожалуйста. Ну не плачь, не плачь. Ну это очень долго, я честно уже не могу. Ты шарики поиграл, там новости почитал. Да я уже все сделал, просто вы все не идете, не идете. Мы вообще за джинсами пришли, вот покажу. Мы пришли за нитками, что ты врешь? Видимо, сейчас вязать их будем, да? Мы пришли целенаправленно за нитками для повязки. Какой-то счетчик для рядов. Ой, а что это? Это не я, это твоя мама взяла. Вот нас залетели в Бифри. Смотрите, просто джинсы, да? Вот. Сейчас вам цену покажу. На рынке то же самое, стоит 5, 6, 7. Вот черные джинсы, сколько стоят. Где-то, блин, не пойму, где цена. А, ну вот, 2599. Видно? А вот это не джинсы, это, по-моему, какая-то ткань совсем побольше. Прям варенки, как в Советском Союзе. Ма, иди глянь. А? Угу. Катя предлагает вот такой топ взять и раскрасить его фломастерами специально. Для футболок, для одежды. Для... Я сначала думал, что ты меня троллишь. Серьезно, давай. Мы раскрасим сами, и я буду ходить в том, что мы сделали сами. Посмотри в зеркало. Я вот так смотрю. Мне нравится. Только еще с ремнем. Ну, по цвету мне повернись. Ну, мне и светлый, на самом деле, бежевый нравится. Ну я себе взял поесть, а вы что будете? Нам, видимо, вот это вот. Вот это вам, да? На двоих? Да-да-да. Ну это чудо настоящее. Нашли джинсы. 5 карманов. Хорошо. Здесь, да, здесь можно и это. Такой, Катюш, ремень. Можно два раза обернуться. Прикол, конечно.
Джинсы хорошо, да, Серега? Да, отлично, отлично. Ну вот эти прям уля-ля, которые справа. С чупиками, с чупиками. Нет, да, не с чупиками. Ой, ребятки, 10 час, время. Все, наконец-то едем. Я, если честно, устаю в магазинах. Мне хватает обычно на 1.5-2 часа. Вы об этом знаете, кто давно смотрит меня. Сегодня у нас был забег с самого утра. И, ну, говорю, 10 час. Вот. 21.05. Мы только освободились. Фух, так можно покурить. И выезжать. Ну что за рай у нас тут дома? Смотрите, печенье делает. Это вот формочки, которые мы сегодня купили. У Кати, я говорю, есть такая черта. Как только она вот что-то взяла, надо обязательно сразу попробовать. Ну, в принципе-то я не против. Пожалуйста, печеньки я люблю. А можно мне? Что? Ну, проткнуть и сделать чуть-чуть чего-нибудь. А ты не сможешь. Почему? Попробуй. Что, тяжело? Ну, попробуй. Может, получится, у тебя не знаю. Давай, вишенку, да? Да. Оп! Ты слом... Ой, не получилось, да. Что-то я переборщил с силой. Прости, пожалуйста. Ну ладно, заново раскатаешь. Ну я не знал, как ей пользоваться. Она реально, я думал, я ее сломаю. А тесто как поехало. Еще одно включение. Передаю то, что печеньки получились огонь. Очень вкусные. Смотрите, какие красивенькие. Ну, то есть, формочки прям идеальные. Просто молодец, Катюша. Еще бы чайку, и вообще бы супер было. Молодец.